111 километров дорог отремонтируют в крае в этом году. Из них 48 километров – это федеральные трассы, 50 – городские и 12 – региональные. 340 миллионов рублей планируют потратить на реконструкцию автодороги Красноярск-Солонцы и еще 5 участков в Манском районе. Например, проезжую часть Кускун-Шалинская-Нарва последний раз ремонтировали аж 20 лет назад. На проблемных участках заменят асфальт, установят необходимые знаки. Напомню, что в этом году на реализацию в нашем регионе федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено финансирование в размере 2 миллиардов 63 миллионов рублей. К работам подрядчики планируют приступить, как только позволит погода.